Уже несколько лет во многих городах России 8 июля празднуется День семьи, любви и верности. А согласно указу президента, праздник стал официальным, что особенно важно для сохранения семейной ценности и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. В канун Дня памяти святых Петра и Февронии, которые из множества русских святых стали примером христианского супружества, любви и преданности, при храме Рождества Христова состоялся семейный крестный ход. Много прихожан и гостей храма со своими детьми, молодежь, казаки с молитвой об укреплении семей прошли крестным ходом вокруг храма. Некоторые специально приехали из других городов, чтобы при храме разделить радость семейного всероссийского праздника и разместились в организованном палаточном лагере на территории казачьего хуторка. Приняли участие в божественной литургии, на которую в этот день собралось большое количество прихожан. Многие исповедались и причастились святых христовых тайн. Праздничная программа была насыщена мероприятиями. Это и выступление оркестра камерной музыки «Благовест». Днем работала ярмарка мастеров-ремесленников. Были представлены ретро-автомобили. Приятным подарком в этот жаркий день было получить бутылочку кваса. Вечером состоялся концерт, подготовленный семейно-молодежной общиной Рождественского храма, на котором, конечно, прозвучал гимн семьи. Это самое важное на земле, это искренние объятия, это мы, это ты, это я, главное. Ребята показали танцевальные номера. Сегодня большая дружная семья храма Рождества Христова поздравляет всех, кто живет в семье и кто желает ее создать, с праздником семьи, любви и верности, с праздником святых Петра и Февронии. Мы от всего сердца со всеми теми, кто выходит сегодня со своими семьями на улицы, на свои площадя, в парки, для того, чтобы показать, что семья России едина, что парад российских семей – это воистине всенародное событие. С праздником всех вас! Христос посреди нас! И есть, и будет!